По электронной форме, организованной в этом году на сайте филиала МГИМО перед приемной кампанией, на бакалавриат и магистратуру заранее зарегистрировались около 100 абитуриентов. Время пока есть, но поступление в высшее учебное заведение – дело очень ответственное, и подготовиться стоит заранее. Плановый набор на программу бакалавриата составляет 250 человек, на программу магистратуры – 275 человек. На программу среднего профессионального образования – это колледж – 100 человек. Наибольшей популярностью пользуется факультет довузовской подготовки. В лидерах по числу поданных заявлений и новая уникальная программа магистратуры МГИМО «Экономика и управление инновациями». Мы надеемся, что большой конкурс будет на направлении подготовки юриспруденции. Также пользуется популярностью направление «Экономика» и «Бизнес-информатика». Для выпускников и родителей в филиале подготовили две аудитории. В комиссии работают опытные преподаватели и сотрудники факультетов. Они разъясняют нюансы поступления, консультируют иностранных студентов, рассказывают о дополнительных возможностях обучения в университете и колледже. Многие абитуриенты волновались, но были и те, кто уверен в своих силах. Я не особо переживаю, потому что я считаю, что я хорошо сдала экзамены, хорошо закончила школу, поэтому я надеюсь, что я поступлю. Основные правила приема остались прежними. Абитуриенты могут подать документы одновременно не более чем на 3 направления в одном вузе. Заявление на поступление можно подать в любую комиссию или на проспект Севернадского, или Воденцова. Документы на бакалавриат будут приниматься с 20 июня по 26 июля. На магистратуру все лето, до 31 августа. А на программу среднеспециального образования можно записаться до 15 августа. Святослав Савенков, Дарья Киреева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».